И всем хай, ребят, с вами я, Артемий, и сегодня мы будем играть в ТДС, проходить, ну, набивать Мирону 50-й левел, чтобы он со мной пошел в хардкор. Но, ну, как вы поняли, со мной сегодня Мирон. Поздоровайся, пожалуйста. Согласен, это наши братки. Ну что, пошли? Пошли в Кристалл Кейв. Классная карта. Ой. Ой. Во, у него морозилка. Ну почему? Ну, ребят, если вы не знали, если мы вчетвером идем, нам дается всего лишь 75 XP. Вдвоем? Ой. Вчетвером 70 XP, вдвоем 75, а когда ты один, 80. Но это в случае выигрыша. Если ты проебешь, тебе пиз... Нет, за четверо, четверо это 70, трое 75, двое 80, один 85. Нет, нет, один даже 100. Да, один 100 XP. Я... Чё, чип за... Чё? Чё за хрень? А почему у меня не загружается? А ты понимаешь, мы за карты вообще? Чё, блядь? Мы на карты, ты понимаешь, заспавнили? На, бот! И что там было? Говно. Красиво? Не особо. Или тут красивей? Тут красиво. Буду я курить. Ненавижу этот тренд, если честно. Я не буду ее курить. А ты кого-нибудь будешь ставить, пупсик? Или ты фарм? Это фарм, бровки. Или ты фарм? Я фарм. А ты знал, что в хардкоре башню можно поставить только за 6000 баксов? Не за 4. Он лох! Вот этот пидорас ничего не поставил. Нет, вообще, вот этот Дениджи дебила кусок. Ты посмотри, где он фермы поставил. Это долбоёб. Ты посмотри, где он фермы этот долбоёб поставил. Недоделанный. Ну, а там в конец карты загляни. Просто кусок. Кусок дерьма собачьего, который обмазывается в масле. Просто послушал музыку. Там и мой пылесос. Не, музон? Вот у этого диджея топ. Вот без шуток. Это какой пупсик сюда поставил? А, это... Блин! Я фарм.
Я фарм. Я буду прокачивать только диджея, потому что диджей топ. Ой, что это? Ой, на, ой, да, мой пупсик один справится. Ты не бойся, мой справится пупсик. А ко мне кто-нибудь в гости хоть заглянет? Хотя бы разик. Диджей никогда не видел этих зомбаков. А, ко мне в гости кто-то придет? Или все и так и будут там гадать? Ну ладно. Стрелу говно! А вот так не говно. Ну как ты придал Роберт? Ну вот так не говно! Я, короче, на башню коплю. Или на мене купить. Или на мине купить. На что мине? На вот эту мине. На... Не, думаю, на башню. Башня лучше. Ну, турель, конечно. Главная башня. Что бы ты выбрал, миниганчика или башню? Одну. Если считать... Нет, один миниганчик. Если было 50, то я бы миниганчик был. А если так, то я бы. Согласен. Нихуя, сколько он сюда пиздюков поставил. Блин, лучше бы хотя бы одного прокачал, чтобы видел в темноте этот долбанный... Чё? Он только пишет в чате. Пупсик! Мирон, это типа нормально. Мирон, нас с тобой, я потом пойду в ванной выйду. В ванной? Ну, пон. А? Твою мать! Он так пристает. Твою мать, блядь, капитировать. Чё они пишут? Ребят, кто разбирается в каком-то японском или в какой-то язык, напишите нам, что они написали. Вот я вам показываю. Я хуй знаю, что они написали. Перо, Квин, Сесус, пососи. Я, короче, ставлю только пальцы. Мы башим только первый. Можно поставить. Как же я дал! Короче, башню тоже надо ставить в таком месте, где... Ну... В общем, нельзя ставить башню в местах, где идеально подходит миниганчик, стрелок и так далее. Потому что башни, они пи***ц далеко. У них на максимальной прокачке радиус, как пол этой карты, они до сюда могут видеть. Турели, ну точнее башни. На максимальной прокачке они вроде даже до сюда будут смотреть. Ну вот это только, вот это максимум до сюда.
Может быть, до сюда. Короче, скоро я прокачаю башенку одну, а потом две, чтобы они видели в темноте. Давай так. Давай так. Вот так достук. Короче, если что, оралку буду врубать. О, он морозильника поставил. Ну да. Потому что морозильник говно! Он просто вроде только останавливает чинков. И все. Даже электрошок хоть что-то нанул. Ага. Диско парти. One, two, three, one. Смотри, кого я поставил. Теперь будет скидка. На что? На скидка на твое говно! О, кто-то бог! Богом! Ну и нахер нам этот бог! Он даже нихера не наносит! Ну наносит, может, там одну триллионную от ХП, ну... Ну и чё ты пускаешь свои лайкера говна? Ну ладно, так уси быть. Так раз гулять, так гулять. Гулять, так гулять. По полу. Я, если что, сюда командира вот так впихну. Скоро диджей, у диджея будет минус 20% скидка и 35% к дальности. Смотри, сколько я миниганов уже поставил. Это всего за где-то две волны. А ты не поставил где-то фермы? Проверь! У меня нету фермы в инвентаре. На записи посмотрим. Мне ферма попросту не нужна. Я ей не пользуюсь. Отъебись, сука, ёбаное чмо.
Жопа, волосатая жопа бобра, которая трахнула тебя, и трахнула Даню. Постила это говно! Говно! Я ненавижу постилу! Вот скоро оралки надо будет. Диску! One, two, three, four! Отцы диску, юсы! Нет! Отцепи кэм, а не чмот! Отцепи кэм, а не чмот! Я зашел на твой сервер. Давай добавим одного гостяна. Давай попробуем пройти Гобоя. Гобоя? Гобоя. Давай приглашать тебя в партию. Если Семён добавится, я оху. Какая сладкая попка. Чё, вчетвером? Нет, мы вдвоём. Ну, четвером начинаем. Нам ковбоя дадут вчетвером, втроём, вдвоём. Соло! Ты тут самый лох! Погиб. А почему я лох? Хотя у тебя скилла больше всего. Они могли задонить левел и могли задонить себе рейнджера там. А мы не донили. А левел вообще можно задонить? Если да. Если за 2 робукса можно 1 XP купить, я покупаю. Никогда. Они могли это все купить. Отъеби. У меня не загрузилось, у вас уже, блядь, катка, сука, хуечет. Ой-ой. У нас очень много пупсиков проходит. Подожди. Пошли. One, two, three, four. Ассистиску.
В общем, ребят, мы будем прощаться, так что всем пока.